محمد الصلاة والسلام. Наш путь — это сохбит, и в собрании заключено благо. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Сура 3, аят 31. Наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что если вы любите Аллаха, аззаваджалла, следуй моим путем, и Аллах возлюбит вас. Любовь Аллаха — это наша цель. Это то, для чего мы здесь собрались. Люди, машалла, съехались со всего мира сюда ради довольства Аллаха, да будет доволен имя Аллах. Из любви к Аллаху мы идем путем нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, потому что этот путь — большая награда для нас. Это большая милость, которую Аллах оказал нам. Мы должны каждый день делать шукр за это, потому что многие люди даже не знают, что это такое, и им разницы нет, что за великий день сегодня. Другие дни для них даже более важны, но главное — это быть на пути нашего святого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а все остальное не столь важно. Аллах дает нам все, что необходимо. Аллах дает это людям, которых Он любит. Поэтому стремитесь к довольству Аллаха, а не к довольству людей. Неважно, любят они вас или нет. Некоторые люди говорят, что этот человек сказал то-то, что он был там-то или там-то, все это неважно. Люди должны смотреть на себя, чтобы увидеть, в каких условиях они живут и какие блага их окружают. Если они будут смотреть на других, они никогда не будут счастливы и не смогут достичь довольства Аллаха. Если люди не будут видеть того, что даровано им Аллахом, а будут смотреть на этот мир, они будут увлечены этим миром. Если вы отвернитесь от Аллаха, Он отвернется от вас, и тогда в этом не будет никакой пользы. Поэтому пусть Аллах будет доволен вами, потому что вы приехали сюда издалека ради Его довольства. Мы собрались здесь все вместе, вы также сделали зиярат к Мауляне шейху Назиму. Его барака идет от бараки нашего святого пророка и от бараки Аллаха. Поэтому те, кто приехал или пришел сюда, точно не уйдут с пустыми руками. А те, кто говорит, что это правильно или неправильно, не слушайте и не общайтесь с ними. Шукр Аллаху, наш путь — это прекрасный путь, путь света, путь нашего святого пророка, путь Аллаха, путь рая и счастья, с позволения Аллаха. Поэтому пусть он будет благословенным для нас, пусть Аллах будет нами доволен, потому что, как сказал наш святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда кто-то отправляется навстречу к своему брату по вере ради довольства Аллаха, ему записывается саваб и прощается один грех за каждый шаг, сделанный им на этом пути, а также повышается его ранг.
Шукр Аллаху, вы сделали не только один шаг. Многие люди приехали сюда издалека, проделав миллионы шагов. Поэтому, с позволения Аллаха, они вернутся домой с большой наградой. Пусть эти милости длятся вечно. Пусть Аллах укажет этот путь тем, кто его еще не знает его, иншаллах. Пусть они тоже узнают и извлекут из этого пользу. В этом есть большая польза для людей.